О, муза, песнь моя благая, приди ко мне сквозь паутину мрака. Затми всю пустоту однообразия, ведь без тебя бездарный я писака. Молодец какой. Розы-слезы. Без сладостных стихов увянут розы, они грустят без новых строк поэзии. О, муза, осуши мои ты слезы своим вниманием. Мне с тобой так весело. Ты скоро? Домой вот оду никак не закончит, понимаешь? Старается. Не скрою, жду хоть мига встречи. Зачем страдания мне дано от неба? Быть может, чтобы знал я не, более. Ну, он будет так до утра страдать. А там, между прочим, скоро все соберутся. А знаешь, иди, наверное, сама, а я как-то в другой раз, ладно? Ну ты ж хотела чего-то нового в жизни! Ну пойдем в будущее, в 21 век. Между прочим, пока мы здесь киснем в 19-м, в 21-м веселуха! Ты знаешь, как там таких называют? Как? Рэперы. Да? Угу. Ну так, а моего куда? А что твой? Он скучный. И вообще, может, не такой он и талантливый? Чиш, услышит. Да пусть слышит. Ему все равно, о чем бумагу марать. Вот смотри. Ведро, дупло. Пусть не золотая ваза, лишь ведро пока в руках моих. Да только верю, что выбьет дятел мой волшебное дупло. Ты вообще гугл? Так ты вообще... Все с ним понятно. Короче, поехали! Вау! Как тут классно! О, люди. Так. И вот это поэты? Рэперы. Значит, выбери здесь кого-нибудь себе и начинай работать. А я к своему пойду. Вон он сидит. Сочиняет. Так. Розы-слезы. Получается? Я ничего не понимаю. Я что не скажу, он мычит. Он, ну, может, бракованный какой-то. В смысле? Проверь, вот сама попробуй. А ну сейчас. Ведро дупло! Что это такое? Ну, знаешь, в 21 веке мычать тоже нужно уметь. Да? Зато у него фолловеров много. Чего? Ну, нравится он всем. Господи. Знаешь, пусть он лучше мычит, а я пойду к своему ведро дупло исправлять. Вот и все. Приди ко мне сквозь паутину мрака. Талантам нужно помогать.